Мы знаем Высоцкого, слава Богу, Акуджаву, Вертинского, тоже слава Богу. И первый, кто его стал пропагандировать, по-моему, Высоцкий. Ну и, по-моему, другие тоже, слава Богу, постарались. Дочери живы. Хорошо. Кто знает барда Щербакова, Михаила Щербакова? Знаете, замечательно. Поскольку я не ходил в сети до очень долгого времени, до женитьбы, я так бы и не узнал Михаила Щербакова. А потом я 2 года с ужасом думал, что еще моих пара лет я вообще бы пропустил это выдающееся явление русской национальной культуры. А сейчас я покажу парочку песен его. Другое обращение к герою. Михаил Щербаков. Это ж фольклор. Но он делает, наверное, иногда вид, что он романс. Хотя он фольклор. Проживи, как я, хоть 200 лет, хоть 300, хоть на месте сидя, хоть чертя кривые, ты в таблицы восковые не уверуешь, как и я. Мудрено читать на воске, да и мир скорее подмостки, чем, увы, библиотека, и плевать, какого века есть метафора сия. Ты не взлюбишь этот темный балаган с его скоромной болтовней, с питьем предметов кухни, с пленением кларнетов и жужжанием литавр. С невменяемым партером и любовником-премьером, что на горе всем актрисам, хоть и выглядит нарциссом, все же пахнет, как кентавр. Ты дерзнешь, как от заразы прочь бежать, презрев наказы, коих альфа и омега, в отрицании побега, дескать, тоже болтовня. И раскаешься тем паче в должный срок, но как иначе, я ведь брал счета к оплате, а тебе с какой же стати быть удачливее меня? Новый Глостер впустую принимая за крутую гору плоское пространство, станешь ты менять гражданство с быстротой сверхзвуковой. Примеряя, как для бала, антураж, какой попало, и драгунский, и шаманский, и бургундский, и шампанский, и церковно-цирковой. Так и вижу, как в гранате или в бирке на канате ты танцуешь гордый, страшен меж бумажных крыш и башен пред бумажным божеством. И понятный божеству лишь весь горишь, не торжествуешь, но в Крыму или на Суматре все опять-таки в театре и опять-таки в плохом. Лишний раз на башне ближний, помахав руками лишний час, не лишний раз на то, что убедившись только в том, что тверд воистину тверда. Ты опустишь руки, словно раб цепной, который бревна ворошит, никак не движет, и отчаяние пронижит плоть и кровь твою тогда. И совсем уже бесстрастно, ни контраста, ни пространства, не боясь, уже у края, прямо в публику ныряя, прямо в черные ряды, ощутишь спиной негибкой, что глядит тебе с улыбкой кто-то вслед, и будет это Люцифер, носитель света, ангел утренней звезды. Без моей команды, скажет он, вокруг тебя не ляжет мгла, и медленной волною не сойдется над тобою восхитительная тишь. Так что где-нибудь в Лаосе потанцуй еще на тросе, или где-нибудь в Майами помаши еще руками, может, все-таки взлетишь. Торможу, не понимаю, пропускаю, что-то не так, что-то мне в себе надо поправить.